раскатаю, смажу его кремом, обмажу какао смесью, приставлю грибочки и сделаю тот же торт за минимальное время и минимальные затраты. Совсем густой-густой, можно уже мазать. Я решила подрезать низ шляпки, чтобы торт выровнять, как бы, чтобы он был ровный, потому что эти шляпки не вверх, как бы, этой булочки, она выпуклая и будет, может быть, шататься. Итак, пропитываем хлеб, смазываем кремом и один за другим наматываем друг на друга. Ну, примерно вот так вот я уже намазала. И один на другой наматываем. Чем больше крема внутри будет, тем больше будет белых прослоек, иначе он будет такой вот, как бы, однотонно-коричневый. Итак, заготовка выглядит так. Надо завернуть пищевую пленку, чтобы он постоял в пищевой пленке. Сверху я смазала заварным кремом, он немножко устаканится, и получается это светлые прослойки и коричневая такая полоска. Я заворачиваю пленку и немножко жду. Заготовка без украшения выглядит так. Я замотала в пленку. Если есть каркас, форма для тортов, можно затянуть. Я вставила форму, но мой торт чуть-чуть отстает от краев, поэтому не получится его так хорошо зажать. Но если у вас будет как раз по краям, вы зажмете. Он и так постоит, он не разваливается. Там пленкой затянула. Скажем так, мой пень будет лесной. У всех пень как с леса. Заготовки, когда распиливают ровненько, и срез хорошо виден. То есть пришли на лесозавод, да, вам срезали, срез сделали пенька, и он такой красивый. А у меня лесной пень. Он же бывает неровный, правильно? Поэтому он так и выглядит. Раз. После нанесения густой глазури тортик выглядит так. Но я еще не равняла вилкой, как все делают, рельеф и так далее. Это по желанию. Обмазывайте и делайте рельеф. Посыпайте сахарной пудрой. Елочка, елочка натуральная, грибочки натуральные. При нарезке все это можно снять, в принципе. Шоколадный Дед Мороз встанет внутрь. Шедеврально. Ну, почти. Но все натуральное. Грибы натуральные. Дед Мороз шоколадный, натуральный. И елочка натуральная. Ну и, конечно, результат выглядит так. В общем, тортик на скорую руку. Я прикрыла свою декорацию, чтобы как-то оттенить торт, чтобы было его видно. Уж сзади Деда Мороза стоят у меня. Такой вот у меня лесной пенек с натуральными грибочками. Без выпечки, без раскатки коржей. Убрала немножко декорацию, чтобы все-таки торт был виден. Вот такой тортик.